За мной, Атрей. Прости, я отвлекся. Thank you.
Я свободна. Но почему я была в заточении? Это все ваша королева. Но почему Сигрун решила помешать нам? Это мы и пытаемся узнать, госпожа. Не знаешь, почему она могла такое сделать? Нет. Без Валькирии те, кто погиб в бою, не попадут в Вальхаллу. Души умерших заполонят Хельхейм. И море мстительных мертвецов затопит Мидгард. Для Валькирии это величайший позор. Мне пора. Я должна попытаться все исправить. Прощай. Вот тебе и ответ, голова. Королева ненавидит Одина и заточила Валькирии, чтобы досадить ему. Сигрун ненавидела Одина, это правда. Но ее долг, обязанности, неужели она правда все бросила, чтобы ему отплатить? Не верю. А я верю. Ненависть сильнее долга. Надо найти королеву и остановить ее. Мне жаль, Мимир. Да, не жалей, парень. Сигрун сама виновата. Но я бы хотел... Впрочем, что толку в сражениях? Как ее найти? Я не знаю. Она может быть где угодно, в любом мире. Мы найдем ее. Должны. Судьба Мирганда зависит от нас.
делу. Заходи, когда что понадобится.
Пойдешь или будешь языком чесать? Свобода. Где твоя королева? Королева? Это сделала она. Из-за нее Мидгард полон мертвецов. Не может быть. И я не хотел верить в это, госпожа, но ее надо найти. Где она? Точно не знаю. Но Рокстола Валькирс. Если Совет Восьми снова соберется, может, она ответит на зов. Уже нужно отыскать других валькирий. Ты прав, но мы хотя бы знаем, где найти Сигрун. Но где остальных валькирий искать? В Эльмирах. Отличная мысль, брат. Муспельхейм, Нифельхейм. Сигрун бы не колеблясь отправила своих валькирий за пределы Мидгарда.
За мной, Атрей! Сейчас вернусь! Ну, заходите! Вот где отдых в тишине. Кто-нибудь для мальца? Пойдешь или будешь языком писать? Другое дело!
Ну и ладно, катитесь. Что на этот раз сломали?
Значит. Давайте к делу. Жарко. Но это что, снег? Пепел. Такой бывает от больших пожаров. Весь этот мир — великий пожар. Колыбель всего огня. А если верить легендам, то и колыбель солнца и звезд. А им можно верить? Мы же здесь, но мы не горим. Пока. Но понимаешь, вероятно, огонь здесь успел остыть с момента зарождения мира. В Нифльхейме сейчас тоже не так уж холодно. Такова природа вещей, крайности со временем умеряются. Огонь прогорает, люди седеют и стареют, отрубленные головы болтаются на поясе. Такова жизнь. Ну, ясно, Мимир.